психоэмоциональная разгрузка. Разгрузка. Ключевая разгрузка. Помогаю пострадавшим в Керчи, семьям погибших. Выражаю соболезнования. Чем могу, тем помогу. Я из Москвы. Я могу только по скайпу, могу только на видеоролике. И поэтому смотрите и делайте вот так. Просто стойте вот так и болтайтесь, это называется шалтай-болтай, так делают дети. Когда они маленькие, они так делают и думают о своем. И вы вот так думаете о своем, о своей беде, о своем горе. Идут слезы, делайте вот так, ходите по комнате и так делайте. Потом делайте вот так, потом делайте вот так, потом опять делайте. Это разгрузка, разгрузка, и плачьте, плачьте, и все, что выходит, выпускайте, выпускайте вот эту тяжесть, это страдание, эту душевную боль. Или сидите вот так вот и делайте вот так, и войте, войте. Так делают плакальщицы над могилой. Они так делают, делают, они воют, они выпускают вот это, выпускают вот это, выпускают вот это. Это специальные упражнения для того, чтобы снять вот эти стрессы, освободиться от страданий. Страдания, надо страдать на фоне этого упражнения, повторяемого движения, простого повторяемого движения. Выпускаете это страдание, думайте, о чем думается, и делайте, как делается. Или вот так вот делайте, вот так вот делайте, 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 делайте. И вы потом заметите, что отпускает, отпускает, как будто пар выпускаете, вам станет легче, спокойнее. Вы переживете, переживаете, вы переживаете, не прогоняйте эти мысли, не блокируйте их. А наоборот, выпускаете. Чем больше выпустите, тем будет легче. Будет легче думать, легче соображать, легче поймете, как дальше жить. Потому что время лечит. А когда вы делаете вот так, вы ускоряете это время. Вы повышаете иммунитет, вы повышаете свою адаптацию. Вы адаптируетесь к несчастью, вы адаптируетесь к стрессу. Вот войте, плачьте, делайте, не стесняйтесь, это разгрузка, так в природе делается, так плакальщицы над могилой делают, а потом они освобождаются. Так Бог помогает нам даже несчастье использовать для того, чтобы жить свободнее, чтобы жить еще лучше и придумать, как жить лучше, потому что нельзя все время находиться в стрессе. Выпустите этот пар. И он заполнится у вас, вот эта ваша сущность заполнится новой энергией. Вы начнете думать, как лучше жить, как помогать себе и другим. Делайте разгрузку, это ключевая разгрузка. Вы так можете делать до нуля, когда вы уже думаете, о чем вы страдаете, но думаете уже спокойнее, спокойнее. И тогда вы начинаете понимать, что жизнь идет, и надо жить. Я вам помогаю. Я директор Центра защиты от стресса, доктор Хосе Алиев. Это метод ключ. Делайте, научитесь так делать. Научитесь так делать разгрузку. Делайте, выпускайте все, выпускайте. И вы восстановите равновесие.